Готовим ароматный, наваристый и очень вкусный охотничий суп. В первую очередь снимаем с четырех бедрышек кожицу и нарезаем полукольцами 3 штучки лука. В кастрюлю наливаем 20 мл растительного масла, включаем огонь, выкладываем половину нарезанного лука. На него выкладываем бедрышки. Немного их солим. И сверху выкладываем оставшийся лук. Дальше крупно нарезаем 2 моркови. На крупные кубики нарезаем 2 болгарских перца. И помидоры 4 штуки. Выкладываем в кастрюлю половину моркови и перца, половину помидоров и повторяем слои. Сверху выкладываем крупно нарезанный картофель 4-5 штук. Любые специи по вкусу. У меня паприка, острый обычный перец, соль, лавровый лист и чеснок 4 зубчика, разрезанный пополам. Теперь добавляем 2 стакана воды и доводим до кипения. Когда вода закипит, выставляем огонь ниже среднего и оставляем так вариться на 1,5 часа. У меня уже прошло 1,5 часа, суп готов. Достаем лавровый лист и можно подавать. При подаче по желанию можно еще посыпать зеленью. Суп получается безумно ароматный, наваристый, очень вкусный. Обязательно попробуйте, буду ждать ваши отзывы. Не забудьте поставить лайк, если рецепт понравился. Подписывайтесь, готовьте вкусно!